Между Кронштадтом и Ленинградом совершает регулярные рейсы паром-ледокол нового типа. На нем можно перевозить большое количество грузов и до 400 пассажиров. На пароме-ледоколе Андрей Коробицын – мощная дизель-электрическая установка. Она позволяет судну форсировать лед толщиной более полуметра. Новый паром-ледокол построен на судостроительном заводе имени Жданова и предназначен для эксплуатации в Финском заливе.